Всем привет, это СБ1813 или просто мы продолжаем реакции. Сегодня на реакции будет такая группа, как Чолк, их трек Crisis Phase. И, кстати, я не уверен, что правильно произношу эту группу Чолк, но, по-моему, так. Короче, это очень-очень-очень своеобразные челы Visual Kei, как ни странно. Хотя я понимаю, что сейчас они тоже, как и очень многие, начинают отходить. Короче, почему своеобразные? Они по музлу делали, короче, рэпкор, такой достаточно жесткий именно рэпкор, плюс у них были какие-то лютые эксперименты с индастриалом. То есть это не было вот из обычного вот этого Visual Kei с обычными припевами там, да, все такое, которое косит, может, металкорчик, какой-нибудь, все такое, а вот у них реально очень странно, и по звуку у них странно было, и по структуре у них странно было, и самое странное, что у них как бы только рэп был в треке. То есть, как по мне, то, что я его не слышал. Вот. И, но при этом у них были очень крутые треки, прям мега-кочевые. Я считаю, что у них есть один трек, один из самых очень кочевых треков именно в Вики, если так можно сказать. Вот. И что-то я у них давно ничего не видел, а тут у них клип вышел новый, поэтому мне и стало интересно, как раз мне с вами его посмотрю. Вот. Ну, плюс, кто не знает, может откроет себе эту группу, потому что она малоизвестная, по крайней мере, у нас в России точно. Но ее, я помню, даже советовал очень многим, потому что, мол, если не знаете, что послушать Вики, вот можно послушать ее. Но, опять же, не знаю, насколько там Вики сейчас будет. Давайте все это, собственно, посмотрим, проверим. Поехали. Окей. Ну да, такие они начали отходить, я понимаю. Окей, вы что, решили совсем в рэп перейти, что ли? Не, ну в целом-то окей. Походу реально. Не, ну звучит прикольно на самом деле. Ну да, по Викее у них угорает только вокалист. И то так уже на минималках. Непонятно, так это зачем ударник в этом клипе, учитывая, что это по сути точки. Ну вот то, что бас настоящий, это прикольно. Прям он такой твердёжный достаточно должен. Не, прикольно звучит. Я вот, кстати, вот таких треков у них не слышал ранее. У них все-таки такой был больше с металл наклонности, а тут прям это именно биточек просто. Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Crisis Phase от группы Чолк, или может, кстати, Шок вообще, просто, по-моему, короче, не знаю, если что, поправьте меня в комментариях, как бы все дела. Очень необычно, обычно у них таких треков не было, просто до этого у них все-таки были треки, а-ля, не знаю, ну, не лимбискет, какая же группа-то была, короче, там вот тоже они фигачили такой полуджент, полу... рэпчик, и вот у них первые релизы вот такие были, это было очень кочево. А потом они начали, как я сказал, экспериментировать, у них там какие-то совсем нойзовые индустриальные треки вообще были с какими-то странными бесконечными брейкдаунами на восьмиструнках, и в итоге все это пришло к какому-то
трэп-металлу, это также это сейчас называется. Вот. И, ну, кстати, звучит прикольно, достаточно, опять же, темно это все звучит, достаточно кочевенько, то есть биток-то нормально был. Мне очень понравилось, что это настоящий бас. Вот, то есть он, типа, ну, в моментах именно прям просто поиграл. И вот на этом эффекте достаточно фанковым, забавным. Вот. Еще забавно, что все VK-щики потихоньку уходят из VK. Причем не уходят в плане, что распадаются, а именно уходят из VK. Типа, они просто перестают краситься и начинают выглядеть как нормальные мужчины, скажем. Ну, я не к тому, что это прям хорошо или что такое. Просто в какой-то момент, мне кажется, они начали понимать, что это уже не канает. Что, ну вот, этот образец вот именно VK и... Да даже нет, Алдоу еще работает, а образец VK 2000-х уже все, никому не очень интересно смотреть вот именно на такие, скажем, луки у них, да, и вот как они одеваются, как это все. Хотя некоторые так и остаются, на самом деле, там дофига еще групп, опять же, кто говорит, что VK нечего слушать, просто особо не шарит. То есть там одни группы в одном жанре, так можно найти просто большой пласт, который до сих пор играет, у них все хорошо, вот, или там дофига камбэков было. Вот, так что то, что там группы, которые мы знаем, распадаются, это еще не значит, что их становится меньше, на самом деле. Вот, но вот именно такие группы, например, за которыми я слежу, да, то есть тоже на кто на Bloodlust мы смотрели, там полностью они ушли из VK, да. Вот тоже вот они, у них только вокалист остался, остальные просто выглядят как обычные, скажем, парни японцы, да. Dim Lim была такая великолепная группа, которая, к сожалению, сейчас уже распалась. Вот они тоже под последний свой альбом сделали не VK, ну, совершенно. И это не стало хуже, они стали, наоборот, еще более стильнее выглядеть. В плане музыки у них стало поинтереснее, потому что ушел вот этот, не знаю, какой-то ярлык. Когда ты в VK, ты должен играть иногда какие-то прям совсем тупые мелодии. Не знаю, может, связано, не связано, где-то в контрактах прописывается, или это просто как бы такой... Какая-то странность вот именно у VK, что должна быть какая-то полуальтернатива всегда у тебя есть, ну, типа, с чистым вокалом, вот эта вся фигня. То есть даже Devil Off делали треки с чистым вокалом, мне кажется, только поэтому. Хотя потом они поняли, что нафиг надо, и просто заделали нам Death Metal альбом. Вот. Так что, короче, непонятно. То есть, с одной стороны, я очень люблю VK, с другой стороны, очень хорошо, что они на самом деле выходят и сейчас делают что-то реально своеобразное, необычное. Так что вот так. Трек, не знаю, мне понравился на самом деле трек. Единственное, я надеюсь, что это будет один из таких треков, остальные все-таки будут более метальные, потому что если они сделают сейчас весь трэп-метал-альбом, будет немножко странно. Потому что трэп-метал все-таки немножко другое. Не то, за что я люблю эту группу. Вот, а так, кстати, кто не знает, обязательно послушайте. У них вот первые релизы очень-очень крутые, такие кочевые и интересные. И выглядят они там, ой-ой-ой, вообще по-другому. Вот они, кстати, изначально выглядели очень жутковато в плане их раз костюмов и так далее. Это сейчас перестали, как я понимаю. Короче, нормально, нормально. Всем спасибо, кто посмотрит реакцию. Ссылочка в описании, нравится, нравится, сами все знаете. Вот, ну и будем ждать, не знаю, может, у них там релиз. Не выйдет. Вот. А так вот такие группы, опять же, малоизвестные, обязательно надо будет смотреть, вспоминать, что у них, может, там у них что-то будет новое выходить, я обязательно буду их, опять же, обозревать, скажем так, да. Так что вот так. В принципе, все. Я пошел, и пока.